Пираты. Thank you.
Ира! Нет, тебя Женя Олина бабушка сфотографирует. Ольга, мама или бабушка. Сейчас. Это полгода ничего. В общем, получится что-то. Фотографии сделаем. Еще что-нибудь дома? Мама, можно на камеру сняться? А где камера? Сейчас, подождите, стойте. На камеру снимаем. Внимание, еще раз. Три, четыре. Молодцы. Все. Спасибо, дочка. Спасибо, дочка. Рок – это валянцевый шабаш. Манфреду ненавиден этот мир вражды и злобы. Отчаявшись, он обращается к паркам, где предрекает ему скорую встречу со Стартой. Чародей успокаивается. Стихает непогода. В руках пары бьется миг, кто-то покинул в этот миг мучительный круговорот жизни. Картина вторая – мистическая поэма. Манфреда обступают трое воспоминаний. Это действует парки имени Марина, богиня памяти. Уж виден лик Астарты. Фея также помогает ему приблизиться к далекому призраку. Тени рассеиваются, Астарта встает в жутком облике вурдалака. Манфреда не страшит этот образ. Он смело вторгается в гущу духу, однако тени мгновенно укрывают ее, и, достигнув своей цели и спросить у Астарты прощения, он горестно замыкает в себе. Картина третья, притча изгнанника. Мимо Манфреда проходят странствующие монахи, в руках у них словно прокаженные колокольчики. После встречи с адской посланницей его не пугает картина бедствий повседневной жизни. Монах страстно проповедует, но анахорета оставляет героя равнодушным. Манфред понимает, что ему нет места и среди ищущих спасения своей души. Картина четвертая. Патетическая ода. Ничто, ни блуждание по арке, ни воспоминания ворожба, ни монашеская молитва, ни в силах вернуть ему душевное равновесие, примирение с унылой обыденностью. Беоарп со старты, подобное видение, проносится мимо его мысленного взора. Охотник пытается внушить ему веру, светлое завтра, рыцарскую доблесть. Ни друзья, ни враги не задевают его померкший разум. И лишь лучи солнца и детские голоса постепенно возвращают его к жизни. Он готов надеяться на лучшее.